Всем привет! Я в магазине «Светофор», город Орск, на Пацаева, 16. Давайте смотреть ассортимент и новинки вместе. Вот этот набор бокалов для вина шампанского пришел недавно. 6 штук за 346 рублей. В виде тюльпанчика я показывала. А сейчас пришли немножко другие. Сейчас я их тоже вам покажу. Те удлиненные, а эти такие пузатенькие. И все равно как тюльпанчик. Тоже 200 миллилитров. Посуда из натрия кальция силикатного стекла. Изготовлена в России, город Бор. А в упаковке 6 штук. Ух ты! Какие красивые тарелки от Luminarc. Вот видите, какие небольшие такие. 600 миллилитров, тарелка глубокая, 97,40. Опять появились формы овальные, жаропрочные. Такие большие, мне кажется, вот на Новый год, на любой праздник, день рождения, запекать курочку, утку с картошечкой, да, или мяско. Отличная. Тоже от Luminarc, 380 на 230 и 86 в высоту. 3 литра, опаловое стекло, 519,90. Эти тоже еще есть в наличии. По-моему, они по 78 рублей. Так же, как и... А, нет, они 84, фарфор с деколью. И такие вот тарелочки цветные, 78,30. Сковорода. А вок еще здесь есть в наличии, с антипригарным покрытием, с пластиковой ручкой. 1100 рублей. Всегда показываю эти свои любимые кружки. Кружка для чая «Сказка». 350 миллилитров я использую для кофе. Красивая. 49,90. Казан. Больно большой для меня. Казан классный. 1456 стоит. Изумруд. 4,5 литра. Мне бы от силы 3 литра надо. Но хороший. Кофе «Черная карта». Тоже еще есть в наличии. 190 граммов, 299,90. «Магия 2». Изделия хлебобулочные. 208 рублей, 1 килограмм. Изделие слоеное, сластеное, 700 граммов, 140,40. 3, 8, 8 штучек. И такое печенье. Орешки. Печенье ассорти, оригинальное, 1 килограмм, 198,80. Тунец еще есть в наличии здесь. В других магазинах нашего города я его не видела. Только здесь на Пацаева, 250 граммов, 68 рублей. Ну, немножко, конечно, жидкости многовато. Грибочки опята, 370 миллилитров, стекло 93 рубля. Потихонечку надо готовиться к Новому году. А эту кашку я вам показывала, я брала эту кукурузную, все наелась, больше не хочу. Одно время прям я ела ее постоянно утром. Хорошая кашка. Ну, давайте заглянем в холодильник. Что здесь новенького есть? А, мой любимый морской коктейль. 169,50. И кальмары, и мидии. О, килька. Килюсечка. Килечка пресервы. Немножко. Вот это количество хорошее. 365 рублей с пряностями. Килька Каспийская. Северная земля. 57 рублей. 365 граммов. А это икра сельди. Ястыки. Лунское море. 180 граммов. 127,50. Капусточка квашеная. Всегда ее здесь покупаю, уже говорила. 67 рублей 1 килограмм. О, что-то новенькое. Смотрите, новинка. Перец острый, маринованный. Я хоть острое не ем, но вам покажу. Может быть, кому-то и нравится. 69 рублей 400 граммов. Грибы еще есть в наличии. И вешенки есть за 240. И шампиньоны 257 рублей. И вот этот паштет грибной тоже есть, 105 рублей. Сейчас очень комфортно ходить в холодильнике, в куртке, и не холодно. А летом здесь
Дубяк. Так, что здесь? Свинина любительская. Выглядит аппетитно. 363 рубля. Так, измайловская колбаса вареная. 122 рубля за килограмм. Батон на 166. Докторская губернская здесь всегда есть. Батон выходит на 252 рубля. Килограмм 165. Так, это Лионская Макарова. От Макарова. На 348 рублей аж. Так, так я не попробовала эту телячью колбасу с добавлением языка. 311 рублей за килограмм. И вот такие полбатона на 357 рублей. Так, дальше идем. Свинина застольная 386 рублей. Кусочек на 223 рубля. Пражская колбаса сырокопченая, полусухая, на 192 рубля. Килограмм 327. Сырокопченый бекон дмитровский. 93 рубля, 200 граммов. На любителя. Кому-то нравится, кому-то нет. Мне не понравился. Так, это что у нас? А, это докторская губернская. Здесь сосиски молочные. 158 рублей. И шпикачки русские. 157 рублей. Мяса нет. Мясо, может быть, привезут в среду. Хурма зеленая. 79,90. Эрмигурт сливочный, клубника, земляника, 19 рублей. Три в одном хлебницы есть в наличии. Вот такие контейнеры. Прованс, 4 контейнера в наборе, 124,30, 0,6, 1, 1,7 и 2,5 литра. Корзинки эти, 321 рубль. Так, сколько там их, забыла уже. 3 штуки. Вот такую я себе купила. А здесь тоже 3 штуки с крышками, комплект 1,2, 2,1 и 3,2. Это я уже на будущее, чтобы на дачу ездить. Что-то приготовил, положил и поехал. Так, это набор досок разделочных. 2 штуки. 28 на 20 и 35 на 25. 110 рублей. В фикс-прайсе появились 3 штуки и на подставочке. Ящик складной. Только недавно показывала. Бак пищевой с крышкой 80 литров. Жидкое крем-мыло, успокаивающее. 180 граммов, выгодная покупка. 93,70. И детский крем, гипоаллергенный, ухаживающий. Тоже от нуля, с экстрактом череды. 94,50, 270 миллилитров. А также крем косметический для рук «Весна». Ассорти 270 граммов. Но у нас только питание розы, овсяное молочко. Других как бы нету, только такие розы. 61,50. Маска для лица. Авокадо, бамбук, кокос, мед и огурец. 6 штук. 6 наименований. 6 штук в наборе. Именно это авокадо, экстра питание. Они не так, что идут, допустим, 6 штук авокадо, кокос, нет. 6 штук авокадо, 6 штук бамбука, 6 штук кокоса. В нашем магазине только авокадо. Другие я здесь не встречала. Вот здесь скрытое есть. И все авокадо. Да, все авокадо. 187,20. Витамин С. 900 миллиграмм. Повышает сопротивляемость организма к инфекциям, способствует поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы. 122 рубля. И тайный тибет с маслом мяты и эвкалипта. 4 грамма, 99,40. Эта звездочка укрепляет иммунитет в сезон простуды. Перчатки трикотажные, обливные, 5 пар, 117 рублей. Так, в принципе, неплохие.
На этом, пожалуй, все. Кому понравилось видео, подписывайтесь. Пакет фасовочный в рулоне 30 на 40 сантиметров. 500 штук аж. 167,50. А это мешки для мусора биоразлагаемые. 50 штук эко. 49,70. 70 литров. Предназначены для сбора и утилизации бытовых отходов. На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.